необычная школа и необычный учитель. 15 октября в Институте финансов, экономики и управления Тольяттинского госуниверситета стартовал проект «Школа начинающего предпринимателя». В расписании школы уроки бизнеса от успешных тольяттинцев. Первым учителем стал генеральный директор Экспо Тольятти Василий Воронской. По образованию художник, работал пожарным, в 1989 году стал предпринимателем. Сегодня одно из его детищ – гостиничный комплекс «Парк-отель». Он пообщался со студентами второго курса Института финансов, экономики и управления ТГУ и дал ребятам несколько советов. Вот лишь некоторые из них. Нужно развиваться в жизни не по инерции. Плыть по течению – это самый простой, но и самый неэффективный путь к успеху. Пока все ломится в одну дверь, нужно идти в другую сторону. Цель бизнесмена – найти свой путь, чтобы работа стала как наркотик. Успешный бизнес любит, чтобы ему отдавались полностью и любили его всем сердцем. А деньги здесь только инструмент и не более. В жизни бизнесмена есть испытание славой. Чтобы пройти его достойно и выйти победителем, нужно иметь опыт и внутреннюю энергию, обладать навыками и интеллектом. Предпринимательство, по словам Василия Воронского, это дело с нотками драйва, азарта и удовольствия от проделанных шагов на пути к успеху. Подобные уроки в школе начинающего предпринимателя будут регулярными. Теперь раз в 2 или 3 недели для студентов второго курса успешные бизнесмены будут читать лекции об опыте ведения бизнеса. Студенты-экономисты наравне с теорией познакомятся и с практическими навыками предпринимательства.